Создать с нуля предприятие, особенно промышленное, это всегда риск. Но настрой на победу, желание работать и зарабатывать позволяют мечтам стать реальностью. Мы побывали в гостях у руководителя интенсивно развивающегося рыбцеха станицы Черноярковской Игоря Бернгарда, который поделился секретами своего успеха. Черноярковская – рыбная столица Славянского района. Именно здесь в 2010 году предприимчивый славянец Игорь Бернгард организовал производство рыбной продукции. Итог 6 лет труда – штат предприятия 30 человек. Практически все жители станицы Черноярковской. С нуля отстроены 4 цеха, в которых коптится, вялится, солится 20 тонн рыбы в месяц. Игорь постоянно ищет новые пути развития бизнеса. Сейчас рыбцехи обкатывают производство полуфабрикатов. Конечно, подводных камней в этом деле достаточно. В первую очередь – нехватка местной рыбы. Закупать ее приходится по всей России. Даже с Дальнего Востока плывет в Черноярковскую поток рыбы для переработки. Тяжело и в том плане, говорит предприниматель, что технологов и просто людей, имеющих практический опыт водорослей, найти тяжело. Коллектив мы подбирали долго, подходили к этому очень серьезно, и он у нас собрался. Я уважаю всех сотрудников и горжусь ними. 4 года назад Игорю Бернгарду предложили принять участие в краевом мероприятии «Кубанская ярмарка». Здесь Игорь, в прошлом спортсмен, как на соревнованиях почувствовал дух конкуренции и стремление к победе. Посмотрев на других, спустя 2 года он смог организовать такой выставочный павильон, что организаторы ярмарки не смогли его не заметить и оценили по достоинству. В 2015 году черноярковский рыбцех взял золотую медаль «Кубанской ярмарки». Залог этой победы – дружный, энергичный коллектив, уверенность в качестве своей продукции, а главное – умение работать. К последнему пункту руководство предприятия относится очень серьезно и считает именно это залогом успеха фирмы. С уверенностью могу сказать, что это 100% работа без сна. В нынешнем году черноярковский рыбцех вновь станет участником кубанской ярмарки. Настроены здесь только на победу. Ведь они этого достойны. Отлаженный процесс производства, только натуральная продукция, только лучшие рецепты приготовления. Такое сейчас не везде встретишь. Мария Горошкова, Игорь Ванчугов, программа «События».